имя Отца. Наш храм был построен в 1708 году, завершилось строительство нашего храма. И та же самая бригада артель строителей, построив наш храм, спускается в Кижи, и уже та же самая бригада строителей начинает строительство вот Кижского храма. Поэтому можно сказать, что эти храмы родные сестры, потому что вышли из одного топора, вот, из одних умельцев. Вот, а, конечно же, русские люди, жившие на севере, они очень хорошо умели работать с деревом. Был богатый опыт, был богатый опыт вообще рубки изначальной леса. Потом оно сушилось, привозилось, тесалось. И во всем этом, конечно же, достигался шедевр. Крестьянин был, конечно, не бедный, и, конечно, не у каждого крестьянина был такой дом, это понятно. Крестьянин был богат, он торговал, но дело в том, что даже богатый крестьянин, не имея такого хорошего вкуса, какой явно был у этого крестьянина, вряд ли бы построил себе такой дом. Потому что настолько красиво он оформлен, такие красивые резные наличники. Вот этот конек, который мы можем видеть на крыше, и не один. Полотенце резное, которое спускается, да, причелины, так называемые, резные. Ставни очень красиво оформленные. То есть все, я не могу даже конкретно назвать, вот что-то конкретное, что мне нравится больше. Это им хочется, сколько раз на него не смотришь, столько хочется смотреть и смотреть на него. Всего лица? Нет, 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 вот только сверху. Сейчас я покажу. Вот это? Да, да, да. Вот так. Все, давай. Давай глазки. Давай мы глазки. Вот говорили Архангел Гавриил, Михаил, кто это? Ангелы. Вот мы с мамой сейчас делаем подделку. Видите, светится у них такое. Это? Нет. Это называется нимб. Красивые ангелы у нас были. Крылышки помните, да, у них? Беленькие. У тебя как-то что-то черноватый получился. Так, сейчас. Это организовалось прихожанами, просто, ну как, детей много, все семейные, все с детьми. Ну, надо, чтобы как-то у детей тоже проявлялась любовь в нахождении в храме. Не только служба, да, но и что-то у них запоминалось другое. И вот было организовано на такие вот занятия небольшие. А потом мы даже получили документы, что это группа познания, да, образовательная группа познания. Что?
Молодец.